что для начала нам надо? Просто клёв. Бля, я вас постреляю, сука. Ня-ня-ня. Серьезно. Фирма зажигалок. Сейчас, надо так сесть. Если ты сядешь, то далеко и надолго. Я не сидел, но, конечно, я тебя впаяю по жизни. Эпический. Я это заснял. Эпическое залазание Влада. Что-то ты мне почит. Борода! Сезон! Влад, давай! Хардкор! Хардрок! Хардрок, хардрок! Владик, хардрок давай! Я думал, что сейчас срака нас спустит. А ты прикинь, не допрыгал бы! Хардрок! Ну. Не получилось, да? Ну и давай я. С ударом попробую. Лето, 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 лето! Отмазался! Что там такое? Смотри, какая жестка. Что это, блядь? Жопу въелась! Впилась в жопу, давай, прыгай! Голуби летят. Прикинь реакции людей, да? Дебилы. Давай, Влад, делай, ёпты. Да, держи. Только это видео не стоит удалять. Ребята, это уже как-то сильно. Нога застряла! Остановитесь! Лучше стоять! Хорош! Лито, 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 сделай еще раз. Чтобы его реакцию. Сделай еще раз. Посмотрите, он сейчас еще сделает. Вот такое что-то там. О, сделай затяжной корк, Артур. Это для четких людей с моего райончика. Что для начала вообще надо вот так? Просто клевки. Вот смотрите.
Блядь, я вас постреляю, сука! Вы че? Я сейчас два сделаю. Давай. Давай. Я, наверное, ляг. Просто ходить на руках, да, там такие. Тренировать, да, такое. По свое время скинул дружил, то есть там знаешь, такой бустер. Колевский, сними еще корпус. Да, да. Что, нормальное колесо? Как его можно было сделать, он на мой. Надо было третий. Бля, Вася. О, нормас. Передний типа фляг, да. Ну, тренировки на улице. Ты стрелы за такие, которые, ну, короче, широкие штаны, да? Да, 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 это такие трейсеры. То есть, в принципе, постоянно, я вашинск, правильно? Ну да, 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 что-то есть. 20 лет, а мне, блядь, 32-й, 33-й годик уже. Ну нормально, чё, не старый же. Не, в принципе, ну постоянно, я... Ну чё, что-то получается ещё. Думаешь, ну я раньше за... Можно заниматься спокойно. Так я занимался вот этой. А, единоборство, там бокс. А что это за парень, о котором треский шорох? Вышел в ринг, готовый растереть любого пыли порох. Все нормально. Больше понятно, там бам-бам-бам. Не, ну да, там понятно. Там и скупо работает, знаешь. Не, ну да, да. Ого. Легко. Кто тут, по-моему? Мастер-класс по брейку, на. Ого. О! Снимаю. Налегке. Пошел дальше, не бойся. Вау. Что делаю? Вот оно, что я говорил, о чем я говорю. Вали то, гаси. Ой-ой-ой. Пошел. Выше выпрыгивай. О-о-о. Я понял, что он мелко, да. Ой-ой-ой. Ебла. Хорош. Красава. Е, бэйби. Молодец. Ты что, ты тут даже... На! Еба! О! Короче, был сегодня на плавание было. Сам ты сделал. Ну, разбиралась. Ой-ой-ой. О-о-о.
О. Я не разбег, не могу рассчитать. Окей, пошло, давай, как дерьмо по трубам. Лито, давай, херяч. Сейчас будет хард-рок, хлопцы. О. Бля. What's up, Esco? You need a ladder because we climbing. We always shine. Живой? Шея или голова? Голову, да. О. Стой, 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 не спеши. Где болит? Переделаешь? Наверное, нет. Переделай. Может, шею назад ставить. Еще раз на шею. Ты хотел хедспин делать, да? Ну, теперь точно хватит винтов задней. Хватит? Наебашься двух? Да. Скажи, двухи это плохо. Не, это хорошо. Двухи это охуенно. Да. Дима, что ты скажешь по этому поводу? Аллилуйя, Иисус Христос Пасха. Ты святой. Был бы нормальный разбег, я бы поставил. Он там разбег херня просто. Поэтому так и получилось. Ну ничего, он живой прошло. Можно винты крутить там, всякие задки. Такие задки. Не, мутки, все нормально. Передай мне привет. Привет тебе, Лейто. Привет, всем привет. Ковалевский, передай мне привет. Привет, Лейто. С тебя вин в задний. Да я прыгну, просто как бы. Пусть будет большая просто высота. Как бы, да. Большая высота без рандата. И если ты досмотрела это видео до конца, красавчик или красавица, ставь обязательно лайк за мои старания, так как я потратил на создание этого видео около 10 часов, оцени мои труды. Обязательно подписывайся на канал и ставь колокольчик, чтобы быть в курсе новых событий. До новых встреч!